Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. Ребят, новый мод для первого Half-Life под названием Hopelessness. То есть, ну, безнадега. Да, можно так перевести. Безнадега, безнадега.ру. Да, то есть, то состояние души, когда полностью уже потеряна любая надежда. Вот как-то так называется этот мод. Да, состояние души. Можно перевести так. Состояние души. Да. Отсутствие надежды. Какой-либо. Чего-либо. Вот. Вот когда вот так особенно копники прижимают в темном углу, в темном переулке, а еще и с хэдкрабами, так это вообще. Вот тогда полностью становится hopelessness в душе. Но когда ты подбираешь пистолет, то hopelessness немножечко отступает, потому что немножечко начинаем мы Так, господи, отстаньте вы. Немножечко можем начать воспрянуть духом, да. Так, здесь нифига, да? Ну ладно. Так, ничего полезного нету? Ладно, допустим. Ух ты, привет, родной. Такое ощущение, как будто какое-то домашнее животное, которое позвали на кухню обедать. Так бежал. Ух ты, мать твою. Слушайте, какая жесть, а. Я не пойму, какого хрена кто-то по умолчанию и всем убрал с... Быстро загрузка их всем, а какого хрена не загружаем? Прикольно. Офигеть. Просто офигеть, ребят. Вот это попаду. Да. Я так понимаю, здесь есть только автосохранение, да? А, я еще ни разу не сохранял. Все, ребят, тупанул от души, называется. Получил леща от зомбака. Так, это все, конечно, хорошо. Но, блин, у меня патронов нет. И воспрянуть духом у меня сейчас, ой, как не получится. Ладно. На Е. Ага. Так, надо как-то попробовать. Хотя бы так, может быть, я не знаю. Да, здесь воспрянуть духом очень сложно. Потратил патрон. Это плохо. Где ты? Прям в полную жопу попали, я не побоюсь этого слова. По-моему, лифт ни хрена никуда не едет. Так, только подниматься, да? Да пошел ты вон! Урод. О, боже мой.
На вот этих ребят, я честно вам скажу, я даже не хочу тратить. Даже не хочу тратить патроны. Да пошел вон. Иди сюда, блин. Так когда ты уже сдохнешь? Ящиков тут дофига. Нифига полезного. Твою мать! Так, ребята, немножко переиграл, чтобы не терять драгоценный заряд гранаты, да? Поэтому что мы здесь видим? Да, в принципе, ничего не видим пока что. Да? Есть у нас дробовичок. Это очень-очень хорошо. Сейчас попробуем уговорить ребят Шепарда. Минус один. Ставили турели, а ты посмотри на них. Ты живой, родная? Пойдем. А, почини меня. Я тебя сейчас убью, родной, если ты со мной не пойдешь. Так, что-то я где-то открыл. А. Пистолет, отлично. Наконец-то. Так, этих пока тоже. Твою мать. Называется засада. Заряжать, блин, дробовик. Ну кто будет, господи? Еще раз. Понятно. Офигеть, куда бы я ни забежал, меня везде выносит. Просто. Как сучку, можно сказать. Я не побоюсь этого слова. Ну что ж такое-то? Хотя бы так. Охереть живучая тварь, а? Я не знаю, ребят, как я выжил. Вот как-то выжил, а как? Хрен его знает. Так, ну сюда я не пройду. В любом варианте. Так. А, туда я знаю, что надо. Вот это надо. Привет, ребят. Они успели. Первые. Сейчас не успели. Даже магнум есть. А где сам магнум-то? Где он? Не, правда, а где? Кажись, нету. О, ребята из Valve, привет. Респект вам и уважуха.
Так, ну для дробовика у меня уже патронов очень даже неплохое количество. Так, а вот только... Дальше-то куда? Так, я даже этих повырубаю. А дальше, кажись, туда. Так, нечего мне тебе предложить, кроме пистолета, к сожалению. Слушай, а вот нахрена я его трогал? Кто знает? А нет, он на меня все-таки нападает. Хватит тут своим хвостом крутить. Ты еще откуда? Куда ты побежал? Твою мать. Красавцы. Кстати, у меня постончик есть? Есть! Зря я на него его потратил. Знаете почему? Потому что тут надо действовать настолько быстро. Примерно так. Только это надо было сделать раз в 10 быстрее, тогда бы я сохранил какое-то количество жизни. А так у меня всего 3%. Ну ладно. Допустим, допустим. Я уже вижу аптечку, поэтому все хорошо. Еще вижу аптечку. А, ну хард, да, понятно. На харде у нас же... Бронька не восстанавливается с этих штук. Ладно. Окей, чекин. Так, свет не выключается. Ну ладно, не важно. Что? Ой, блядь. Блин! Ну что ж такое-то? Внимание, приготовились. Фух, тяжко. Тяжко, ничего не скажешь, очень тяжко. Ну и нормально, ладно. Прорвемся, что делать, не в первый раз. Я надеюсь, не в последний. This button is broken. I have to find an alternative way. Ну я уже знаю, этот alternative way, это как раз наш... Вот этот вот путь. По шахте, да? Ну, вниз по-любому. Ты, блядь. Хрена, ребят. Alternative way. Вот вам alternative. Alternative. Где ж мне альтернативный путь-то найти? Если там я падаю, просто я разбиваюсь к чертям собачьим. Так, тут это самый. Да. Ладно. Здесь ничего. Так, вот здесь меня, конечно, интересует вопрос, если... А, фу, блин. Опану. Дружочек, отставь. Ладно, хрен.
нет, с тобой говорил, сейчас тебя убью. Не, он что, издевается, что ли? Я не пойму. Ты что, такой живучий, типа? Не, ну хз, да. Мне жалко на тебя больше патронов тратить. Вот так вот и иди, да. Вот, вот так вот. Вот так вот и стоит. Бронька. Отлично. Так, ворота я открыл. Ладно. Спасибо, хоть крабик, что намекнул о том, что здесь что-то есть. А что тут есть? Патроны. Так, магнума у меня нет, к сожалению, хотя патроны я подбирал. Отвис еще, родной. Ну ладно. Блин, жалко, Барнаков не можешь давать этих самых. Скажите мне, и я скажу. А, отвис, родной. Ну иди сюда. Все. Не может есть ребят Шепарда. Падла ты. О, этот идиот нас не видит, посмотрите. Можно спокойно его гасить. Сейчас сделаем хитро. Сейчас сделаем вот так. Ему не хватило. Тут еще этот. Так. А что такое, блин? Я ж прыгал. Тяжко. Реально тяжелый мод, но максимально интересно. Так, ладно, балуйся. Не надо. Не надо мне вот это вот рассказывать какой-то крутой. Так, что нам делать дальше? Дальше нам делать надо вот так. Это во-первых. Так, а во-вторых... А во-вторых, здесь это разбивается, но это типа какой-то глюк. На самом деле туда пройти нельзя. Подствольничек нам очень пригодится. Ладно. Хорошо. Подсказывает, что лучше нам, наверное, взять дробовичок. Не знаю почему. Ну вот такое вот предчувствие. Слушайте, а вот, кстати, ключ-карта. А как туда попасть, блин?
хз. Так, пошли сюда. Для начала. Офигеть, это что? Ах ты, мать твою, блин! Что-то мне кажется, лучше вот эту хрень использовать. Блин, нет, с этими будет очень жестко, ребят. Я уже чувствую. Охереть, сколько их тут? Что, все что ли? Да ладно. Ну хорошо, хорошо. Так, вот что-то я не пойму. Это что такое? Нифига, закрыто все равно. Хорошо, ладно. А это еще что? United States Nuclear Regulatory Commission. Так, здесь включили, здесь включили. Зеленым загорелся. Ну вот теперь все отлично. Тесла. Тестовые лабы. Тестовые лаборатории. Так. Давай, давай, давай. Боится, боится выйти. Ну и хорошо. А этот агрессивный, ты посмотри на него. Ах ты, падла. Кусил все-таки. Ладно, пусть сидят, я их даже трогать не буду. Один вылез. А что ж такое? Что-то я не понял. Это глюк, что ли? Не, ребят, походу просто тупо дверь заглючила. Да. Просто тупо заглючила дверь. Так, родной, не действуй мне на нервы, не выноси мне мозг, давай лучше я тебя выносу. Слушай, я что-то я не пойму.
вообще смертный у нас или как? Смертный, отлично. Ух ты, блин. Еще и мимо. Вообще трындец просто. Парни, гаси. Эх, краба гаси, короче, всех. Ой, блин, парни, сори, я забыл про тебя. Ну, извиняй. О, парни целый. Это ж отлично. Давай, так. Пока подожди здесь, а я пока. А чё я пока? Парни, можешь открыть эту хрень? Походу нет. Походу ничего он открыть не может, к сожалению. Так, а чё ж тут делать-то, а? Да блин. Так, а может сюда? Или сюда? Так, вопрос на миллион. Честно.